Вчера днем на уроке математики я твердо решил, что мне пора жениться. А что? Я уже в третий класс хожу, а невесты у меня до сих пор нет. Когда же, если не сейчас? Еще пару лет, и поезд ушел. Вот папа мне часто говорит, в твои годы люди уже полком командовали. И это правда. Но сначала я должен жениться. Об этом я сообщил своему лучшему другу Петьке Амосову. Он со мной за одной партой сидит. Ты абсолютно прав, решительно сказал Петька. Будем тебе на большой перемене невесту выбирать из нашего класса. На перемене мы с ним первым делом список невест составили и стали думать, на ком же из них мне жениться. Женись на Светке Федуловой, говорит Петька. Почему на Светке? Удивился я. Чудак, она же отличница! Будешь у нее всю жизнь списывать. Нет, говорю, на Светке неохота. Она ж зубрила. Будет меня уроки заставлять учить. Будет шнырять по квартире, как заводная, и ныть противным голосом. Учи уроки, учи уроки! Вычеркиваю, решительно сказал Петька. А может мне на Соболевой жениться? На Насте? Ну да, она ведь живет рядом со школой, мне ее провожать удобно, говорю. Не то что Катька Меркулова, за железной дорогой живет. Если я на ней женюсь, что ж мне, всю жизнь в такую даль таскаться? Мне мама вообще не разрешает в том районе гулять. Верно, покачал головой Петька. Но у Настиного папы машины даже нет. А вот у Машки Кругловой есть самый настоящий Мерседес. Будете на нем в кино ездить. Но ведь Машка толстая. А ты Мерседес когда-нибудь видел? Туда три Машки влезут. Да не в этом дело, говорю. Машка мне не нравится. Тогда давай на Ольке Бубликовой тебя женим. У нее бабушка готовит, пальчики оближешь. Помнишь, Бубликова нас бабушкиными пирожками угощала? Ох, и вкусные! С такой бабушкой не пропадешь, даже в старости. И в пирожках счастье, говорю. А в чем же? Удивляется Петька. Не в Наварке Королевой жениться. Вот это да. А что у Варьки? Ни пятерок, ни Мерседеса, ни бабушки. Что это за жена такая? Зато у нее глаза красивые. Ну ты даешь, засмеялся Петька. В жене самое главное, приданное. Это еще великий русский писатель Гоголь сказал. Я сам слышал. А что это за приданное такое? Глаза! Смех, да и только. Ничего ты не понимаешь, махнул рукой я. Глаза, это и есть приданное. Самое лучшее. На том дело и кончилось. Но жениться я не передумал. Так и знайте.